А что-то у нас все ирисы уже сдохли. И вообще не цветут. Еще сколько-то их там растет, но они совершенно не цветут. А кого ты съела? Комарика съела, да? Комарика она съела. Их ловит. Ну, комарика съела, да, попрыгушка? Попрыгушка. А, вы попрыгушка? Больше собачек не заводите? Нет. Нет. Я бы не заводила, так Вика вон мне купила. А, да, чудовище. Да, да. А сколько ей? Сейчас. Ей год и семь. Год и семь. Это большая. А это самое, год назад вы с какой были? И она и была. Она и была, да? Ей было 5 месяцев. Ага, тогда она маленькая. Да. Все, понятно. Она еще была. Понятно. С какого месяца-то тут? Мы с июня. С июня? Да. Ну, понятно. Ну, пошли дальше, Кура. Понятно. Комары кусают. Саша-то к вам приезжает только на выходные, да? Да, вот сейчас приехал. Приезжает, да. Приезжает все время. Навещает вас, да? А куда же ему деваться? Ну, понятно. Ну, не скучно вам? Он меня в Выборг возит, в магазин. Ага. Продукты покупает. Ну, понятно. Не скучно, нормально. Нормально, мы, да? Уже привыкли. Ну, понятно. Куда деваться? А Лена в отпуске, нет? А Лена была 2 недели, это, в мае. Ага. А теперь не знаю, в сентябре, если поедет еще на 2 недели. Угу. Она так ездит. 2 недели весной, 2 недели осенью. За границу куда-то ездит? Турция. Да? Турция. Турция. Но ничего, понравилось ей? Ой, она уже не первый раз. Нет, я имею в виду, что там тоже там же там эти все. Да ничего, все нормально. Проблемами это, с турками там все это. Сейчас вот опять что-то там у них какие-то проблемы. А Вика все женихается. А чего? Никак это жениться не может. С одним, то с другим. Выбирайте. Да, выйдет или нет. Понятно. Наверное, выйдет. Понятно. Ничего, такая хулиганка. Вот такую хулиганку нам и купили. Это Максу, сумасшедшая, такую собаку купила по себе. А один дядька идет и говорит, что это ваша собака на вас не похожа. Ага. Потому что не я ее покупала. Ага. Покупала внучка мне такое чудо. Он так сошляется. Ага. А у Вики такая же собачка или нет у нее? У нее той терьер. А, ну той-то так ли? Похоже на эту тоже, такая черненькая. Господи, все комаров сошлись. Ну кобеля лучше не заводить, он ее там метит где хочет. Парни они такие. Метить очень любят, а девочки лучшие. Да, красавица, красавица. Хулиганка, хулиганка. Да, кнопочка такая. Шила в заднем месте. Да. Все. Попрошайка, все просит. Ага. Что варю, все надо ей. Ага, все попробовать. Ну да, она такая немножко и на Вику и похожа, как бы так. Такими, такая например, чума. С такими же этими. Вика такая же заводная. Ну, на всем Вику. По себе выбрала. Угу, мне надо было бы более спокойная собака. Вот так-то лучше было. Ага. Она была спокойная. Угу. А это заводилка. Заводилка. Ну, понятно. В лес-то не ходили? Саша ездил в воскресенье или в субботу он ездил. Привез красных грибов. Когда скинул, их прилично. Я заморозила, в морозилку бросила. Угу. Потом домой заберу. Ну, понятно. Ему не надо, он не хочет. Ну, все там. И не червивые, самое интересное. Червивые, не червивые. А вот за этими камнями, там что, пожарные этот водоем, что ли, сделали? Не, а где камни, наверное, кидали. Чего там? Вроде там предполагался, да, этот водоем, но пока его еще никто не сделал. А, все ясно. Вот там, когда идешь пешком в садоводство, там сделан такой водоем. Да, да, да. Мы на машине ехали. Да, я видела, красивый, там в середине еще камни. Красиво сделано, да. А у нас вроде бы должен быть, ну, но понятно. Пока что никто ничего не делает. Угу. Пока не видно водоеме. Понятно. Все ясно. Без водоема тут заливало. Хорошо. Ну, у нас-то не заливало, мы выше. У нас наверху-то не заливает, что внизу того. Ну, я имею в виду, что это все-таки дожди. Ой, дожди так надоели. Каждый день, каждый день. Даже град был. Да. Град был. Все.
разобралась, аж прямо. А что, тут эти клещи были. Мы пошли, смотрим, в бочке плавает клещ. Ага, мы его выловили. Скоро. Второго в кастрюлю поймали. Не стойте, девчушка такая красивая. Два красавицы такое. Дима, на ручки не берешься, нет? Не любит, ага. Не любишь на ручки, совершенно, да? Ни секунды не сидит. Ну, у нее шило в заднем месте. Диванушка-то такая. Диван. Сумасшедшая немножко. Сумасшедшая такая, да? Где тебя купили-то? Через этот... Не знаю, чего она купила. Через интернет? Наверное. 15 тысяч стоило. А, 15 тысяч. Ага. А Вивика-то никуда не едет в отпуск-то? А вот все никак не соберется. Собирается. В этот раз, если заникаться будет, вот ой-ой-ой, попрыгуша. Там его родители где-то в Крыму живут. Ой, игрунька-то. Ой, боже ты мой, сумасшедший. Да. Да. Съела комара. Футбол здорово играет. Да? Футбол играет потрясающе. Молодец. Лает, как сумасшедший. Как услышите, лает, значит, скоро футбол играет. Да, футбол играет. Да. Значит, можно приходить с тобой, да? Да, играть в мячик, да, играть в мячик. Да, да. Требует. Ну, какая ты? А худенькая, тепле худенькая. Хорошо кушаешь? Ой, она еще худее была намного. Сейчас уже она немножко поправилась. Нормально. Ну понятно. Кто там? Елена Николаевна идет, да? Понятно. Ну ладно, мы пошли. Ладненько, гуляйте. Ой. Ой, мы потеряли. Ну, заснял. Да?